сегодня приготовлю котлеты куриные. Сейчас поджарю, получается, голень куриную со всех сторон с чесночком, с солью. Отварила картофель, сыр. Сейчас, получается, голень обжарится со всех сторон, чтобы кость отделилась мягко от мяса. Далее мясо порежу мелко-мелко. Туда же потру картофель и сыр. Далее все перемешаем, добавлю яйцо, посолю, поперчу и сформирую котлеты. Котлеты, получается, сформирую с костью куриной по форме ножки. Обваляю в панировочных сухарях, обжарю. Ну, то есть дальше, что буду делать, покажу. Так, вот у меня курочка, ножички обжариваются. Их поворачиваю, чтобы они все прожарились прям. Кузьма. Чтобы прямо все пропарились, прижарились. Нужно на медленном огне. Все приготовила, получается, ножки мяса сняла, порезала, сами косточки оставила. Так, тут картофель потерла уже, получается, солью с перцем. Сейчас все это смешаю, покажу, что получится. Добавлю 2 яйца. Так, вот такая смесь у меня получилась. Готова, из нее буду формировать котлетки, добавлять, получается, косточку куриную и обваливать в панировочных сухарях, и далее уже буду обжаривать. Сейчас сделаю котлетки, покажу еще. Так, ну смотрите, что у меня получилось. Получились вот такие вот ножки. На самом деле ножки вот это вот эстетически можно прикрыть фольгой, но я у нас по-домашнему, не в ресторане, поэтому все вот так выглядит. Сейчас буду жарить. Жарю я на сковородке масло. Ну, так вот, чтобы достаточно было много, чтобы обжарить со всех сторон. Так, вот мои ножички. Угу. Вот ждем, чтобы масло хорошо разогрелось после этого только. Я закрываю сверху крышкой, когда жарю, чтобы масло не брызгало в разную сторону. Так, вот так это выглядит, когда жарится. Я потом переворачиваю разными бочками. Покажу результат. Вот так вот они у меня жарятся. Уже красивенько становится. Нежно и вообще аккуратно-аккуратно поворачивайте, потому что очень-очень нежное тесто. Так вот, что у нас получилось? Такие вот котлетки на куриной косточке. Пришел главный дегустатор. Как вам? Очень вкусно. Все 100 и вместе 10. То, что надо, то, что просил. Вот так вот.